Комментируйте слова спикера парламента Армении Симоняна, который назвал абсурдом ваши слова о признании Еревана территориальной целостности Азербайджана. По его словам, согласно трехстороннему договору, Лачинский коридор должен находиться под юрисдикцией российских миротворцев. Но он задается вопросом, где эта территория и где российские миротворцы. А мои слова о признании Нагорного Карабаха Армении частью Азербайджана он как-то назвал? Это, во-первых, тоже вопрос. Ну, а второе, мне кажется, просто как-то, знаете, вот эта публичная риторика на грани какого-то, знаете, чего-то уже похожего на хамство, она просто не красит политических деятелей Армении. Если они хотят разговаривать на экспертном уровне, на хорошем политическом уровне, то для этого есть все возможности. У нас прекрасные каналы связи с Ереваном по всем направлениям, от государственных до общественных. И все-таки нужно, мне кажется, я понимаю, что там, наверное, и роли у всех расписаны, кто что заявляет и кто как это говорит, но все-таки я уверена, что это не красит людей, которые представляют армянское общество, использовать какие-то подобные выражения, а мы их видим и слышим в последнее время немало. Спасибо. У нас последний вопрос, также связанный с Арменией. Как вы могли бы прокомментировать слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что зависимость Еревана от Москвы в вопросе безопасности стратегическая ошибка. Он отметил, что республика уже вкусила горькие плоды этой ошибки и что Россия при необходимости не сможет обеспечить безопасность Армении. Ну, мне кажется, я даже не буду конкретно это высказывание комментировать. Опять же, премьер-министром Армении было сказано за последние дни немало. Я думаю, что можно просто, подводя черту всем этим заявлениям, сказать, что надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных. И делать это бесконечно по каждому поводу. Нужно нести ответственность, собственную ответственность, и не переваливать, если они считают вину, или, не знаю, переваливать эту самую собственную ответственность на кого-либо еще. В этом есть отличие политика, государственного деятеля от человека, проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны. Еще раз, нужно уметь отвечать за собственные поступки. Иначе все это, у нас все, спасибо большое. Иначе это немного похоже на историю про плохого танцора.